28 сентября зацветают гладиолусы. И вот снегири, грунси. Нельзя им допускать цветения, чтобы хорошо вызревала клубни-луковица. Надо обламывать колоски. Вот это какой-то, не посмотрела по плану. Вот уральские сказы. Пока меня не было, несколько дней распустился. И на серебряный ручей похож, наверное, это от него потомок. Этюд пепельно такой серебристый. Вот и вредитель сидит. Огроменная девчонка с яйцекладом, с усами. Вот она такая, вот, злодейка. Ей тут холодно. И она сидит. Гладиолусы хочет сожрать. Злодейка. Хорошо. По крайности, удовлетворительно. Вот такая она. Как неживая. Сейчас я ее потрогаю маркером. Говорит, что вы ко мне пристали? Я тут отдыхаю. Вот такая вот кузнечиха.